Прямо сейчас к нам подключается мой коллега Артур Абдюханов. Артур, приветствую. Так, какой срок в итоге получил обвиняемый и как воспринял он решение суда? Алексей, добрый день. Мы находимся в Истринском городском суде. Вахид Сыраев сегодня сюда прибыл. Он признал полностью вину, раскаялся. Однако суд признал его виновным и дал ему 4 года и 2 месяца тюрьмы. При этом нам удалось пообщаться с ним буквально несколько секунд. Давайте послушаем, что рассказал нам Вахид. Я полностью раскаюсь, свою вину признаю. Скажите, много ли россиян вы видели вот на территории Сирии во время пребывания у вас там? Я особо не видел там россиян, потому что я был в турецкой джамаате. И из-за этого не видел там особо не русскими. На каком языке вы общались? Турецкий. Вы знаете турецкий? Ну, турецкий, азербайджанский, фактически как белорусский, русский там. Не так большой. Скажите, пожалуйста, из Стамбула в Газиантеп вы как добирались? Самолетом. Самолетом. А дальше как вы переходили границу? Вам кто помогал? Какие арабы? Как это проходило? Ну, незнакомые все стояли там, сказали, мы тебе поможем, деньги заработать. Сколько стоил границу переход? Там, тут именно $25. Вахид Сыраев был осужден по статье 208, часть 2, которая подразумевает до 10 лет лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях. Сам Вахид уроженец Азербайджана, жил некоторое время в Красноярске. Далее из Красноярска он прилетел в Стамбул, из Стамбула самолетом добрался до города Газиантеп. И там за $25 он пересек в конце 2013 года турецко-сирийскую границу. А далее, некоторое время он принимал участие в тренировочных лагерях Даиш. А там он был ранен, получил осколочное ранение. Об этом он заявил судье сегодня, просил смягчить ему приговор в связи с осколочным ранением. Однако судья был непреклонен и назначил ему наказание, напомню, в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы. Алексей. Да, большое спасибо, Артур. Мой коллега Артур Абдюханов был на прямой связи со студией.